Умею я достать народ. Мой канал, как вы знаете, репрессировали. Но, тем не менее, фильмы я пока продолжаю снимать. Вот тут сегодня у меня пришло два отправления. Ну, вот даже я не знаю, что это такое. Ума не приложу. Сейчас буду открывать. Таможенная декларация. Смотреть. Или это моторчик для лодки, или даже не знаю. Или леска. Ну, тогда будет тест лески вскоре. Для рыбаков очень весело. Упаковка отличная. И вот она какая. Не пострадала, все при транспортировке путем. Брал самую большую, 6-й номер, хотя там и больше есть, вроде 10-ка даже есть. Но из той, что была на большую рыбу, по паспорту мне, значит, 27 килограмм. Я хотя бы на 20-ку держала, уже будет круто. Любые раскраски. Скоро, значит, ждите, как только возьму катушку, будет кино с тестом лески плетеной. Написано, что сделано по лицензии Японии. В общем, ее хвалят все. Я, собственно, посмотрев на количество отзывов и на цену, то есть вот я вот такой взял шестерку, ну, любой цвет, да, то я взял именно тот, который, ну, для моего вот количества отзывов. Отзывы положительные, доставка быстрая, то есть 31 день, 32 дня с момента заказа, даже, по-моему, меньше. Да, 32. 7, 8, да, 31 день. Так что будет сюжет для рыбаков скоро. Канал вот помаленьку отвоевываю. Поэтому смотрите, ставьте лайки. С вами был Юрий. До свидания.